например, голландцы предлагают очень такой альтернативный вариант, как можно побороться с вирусом, если переболеет большая часть населения молодого, тогда выработается иммунитет группы или толпы. Вот. Как, в принципе, поддерживают многие англичане. При этом правые голландцы, они против такого эксперимента, видимо, потому что в таком случае границы не будут закрываться. Вот. И, конечно же, Германия также с Францией критикует данный эксперимент, что это может стоить тысячами больных и мертвых. Вот. Ну, эксперимент есть эксперимент, и как бы если голландцы на это сами согласны и подписываются, это очень демократичная страна, наверное, вероятнее всего она самая демократичная из всех европейских стран, и всегда она впереди, в авангарде. Вот даже в данный момент премьер-министр Нидерландов предлагает такой эксперимент провести. И, конечно же, сталкивается с большими критиками и проблемами. Если голландцы на этих выходных выйдут на улицы, то тогда 60-70 тысяч голландцев сможет переболеть этот вирус, молодых, конечно, и тогда они спасут стариков и тех, кто уже болеет. Вот, конечно, это подверглось большой критике, не только со стороны правых в Голландии, но и также, соответственно, Европарламента.